Так, да, здрасте, всем привет, гнусная коллега номер 4. Значит, тут мразота от Эва наехала, бля, на нашу Лиску, это вообще не дело. Но сегодня мы посмотрим этот клип, совершенно непредвзято, к слову. Вот, пожалуй, начнем. Ну что там, Лиска? Да, ничего, в принципе, такого, всего лишь хайпит девчонка. И когда ты выпустил ответный клип, а тебе отписалось 700 людей, а на нее подписалось 20 тысяч. Ебаная от Эва. Я живу как хочу, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Очень странный выбор песни, потому что, ну, оригинал-то не всем зашел, если честно. И очень было много дизлайков под оригиналом. Почему он именно это... Ах, похуй. Оценил твой годный контент. Рука-лицо. Рука-лицо. Не давно положить на ваш хейт. Лайки, дизлайки и комменты к ролику от Эва отключены полностью. Рука-лицо. Твоя туса, сборище гнусных коллег. Рука-лицо. Вот это я не совсем до конца понял. От Эва имеет в виду коллеги или калеки? Потому что если он имеет в виду калеки, то я обязательно костылем его пиздану при встрече. Но если он имеет в виду коллег, то от Эва... Ютуб такой маленький, и все друг про друга знают, и про тебя истории о том, как ты, блядь, кидал всех, о том, какую хуйню ты творил по отношению к другим, просто больше всех, наверное, и тебе последнему говорить о гнусности кого-либо, блядь. Твой гастрайдер просил написать тебе трек, рука-лицо. Твое лицо, когда на тебя пишут дис, твоя ответка полностью проваливается, и ты говоришь, что текст писал гастрайдер. Мне ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Ну, еще бы тебе было стыдно. Бабушку же ты не затащил в этот диск, что удивительно. Не придется тебя утереть. Ты на вид как пацан, пацан 15 лет. Вот тут я согласен на все 100%. Лиска больше похожа на мальчика, чем Эдвард от Эва. Вот тут вот ни к чему не придраться. Я не друг вам никак, но дам вам один лишь совет. Вам пора по домам и тебе снимать без бровей. О-о-о, про брови это, бля, это вот, бля, зря про брови от Эва, это очень зря. Вот я думаю, что полностью провал по причине того, что ты наехал на брови. Не смей, сука, слышишь? Не смей, сука, наезжать на брови, бля, не смей. Будете флексить низко, флексить низко, флексить низко. Тебе пора найти того, кто тебя будет тискать. Интересно. Как от Эва объяснял этим чувакам, где они будут сниматься? Ой, слушайте, вы слышали рука-лицо? И они такие, что-то в стиле... Да, слышали, что-то провальный клип вышел, много хейта и прочим. Говорит, да-да-да-да-да. А видели дис на меня от Лиски? Они такие, да, полный разъеб, чувак, вообще пиздец. А как вам идея снять кавер рука-лицо и дис на Лиску ответный? И они такие, типа... Бля, Эва, отличная идея, минус на минус дает плюс, давай, бля, сделаем это, мужик, давай, бля. Не плевать, что они будут мне говорить, не плевать, что они будут мне говорить, пусть дальше пишут свое говнецо, рука-лицо. Чё у Эва за проблемы с прикасаниями? Потому что тёлочек он всегда обнимает вот так вот, то есть там ручка немного торчит. Сейчас пожрёт нормально, можно было там шлёпнуть, типа, ну, бля, нормально, смотри, Лиска, я за жопу эту суку схватил. Рука-лицо. Мне ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Весь этот бред. Бред. Рука-лицо. Бля, ну короче, понятно все. Вообще, касаемо ответок, типа когда тебя дисят, ну в инете один блогер другого дисят, наверное, логичнее отвечать не дисом, а, ну, видосом, я не знаю. Ну вот найти видос, на котором обосрался блогер, который тебя дисит, и попробовать на нем сыграть. Ну типа делать в ответку трек, причем трек, который и так захейтили, это вообще, блядь, странно. В общем, я думаю, очевидно, кто тут выиграл, кто тут проиграл, кто захайпил, кто отхайпил. Это новый глагол, используйте. На этом все, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.